Здравствуйте, в эфире новости погоды. Расскажу о них я, Айгуль Зарипова. Спонсор метеовыпуска – аттестационный пункт «Надежность». Проводит аттестацию специалистов сварочного производства по НАКС и независимую оценку квалификации. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО «Аттестационный пункт «Надежность» проводит механические испытания, металлографический и химический анализ металла, определение марки стали. Телефон 707620. В среду, 11 января, по прогнозам синоптиков, в Набережных Челнах облачно. Температура воздуха днем минус 25 градусов, ночью до минус 38. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер южный 6 метров в секунду. А я желаю вам прекрасного настроения. Смотрите прогноз погоды на нашем Челны ТВ.